Дворец спорта «Олимп» построен в далеком 1969 году. Зданию необходима капитальная реконструкция. Но на это нет ни средств, ни сил. А в этом году с 15 июля проводится косметический ремонт помещений. Шахта «Центральная» выделила малеров-штукатуров, но основная часть работ сделана сотрудниками Дворца спорта. А также Димитровский исполком выделил детей, которые заняты подсобными рабочими. С 15 июля по 15 августа проделан очень большой объем работ. Отремонтированы залы аэробика, борьба, дзюдо. Отремонтирован зал штанги, отремонтирован вестибюль. Сейчас находится в стадии завершения ремонт малого бассейна. Придет молодой маленький ребенок, приведет его мама и увидит вот эту красоту. Мы не только спорт воспитываем, мы же воспитываем гормонального человека, правильно? И физически, и духовно. Вот. Поэтому как мы будем принимать, так он и будет к нам ходить. В реконструкции нуждается спортивный зал, но пока не будет отремонтирована крыша, к работам приступать нельзя. Также не решен вопрос с большим бассейном. Здесь без должного финансирования о нем можно забыть. Но несмотря на существующие проблемы, Дворец спорта будет работать в привычном режиме. Практически на каждый матч донецкого «Шахтера», будь он в Донецке либо в Киеве, предприятия «Донмет» и Димитровская городская организация «Союз молодежи регионов» выделяют бесплатно билеты, а последнее время и автобусы, которые доставляют болельщиков непосредственно к стадиону, где проходит матч. Эта акция уже не первая. Очень часто мы предоставляли и билеты, и транспорты для того, чтобы болельщики наши смогли попасть на матчи и в городе Киеве, и в городе Донецке. В таких поездках участвуют сотрудники Донмета, члены их семей, ребята из Димитровской городской организации «Союз молодежи регионов». И, судя по всему, все остаются довольны проведением таких акций. Я болельщица футбольного клуба «Шахтер». Стараюсь по возможности ездить на матчи, которые проводятся. И еду с огромным настроением и надеюсь, что «Шахтер» выиграет. Мы постоянно выезжаем всем коллективом нашим. Как только есть возможность, мы выезжаем, болеем за наш клуб. Я уверен, что он выиграет. В среду вечером, когда «Шахтер» на своем поле встречался с бельгийской командой «Брюгге», в состав зрителей, присутствовавших непосредственно на стадионе, вошли и димитровские болельщики из предприятия «Донмет» и городской организации «Союз молодежи регионов». Димитровская городская организация «Союз молодежи регионов» и общество с ограниченной ответственностью «Донмет» совместно этими организациями руководит Руслан Валерьевич Требушкин, совместно решили предоставить своим сотрудникам предприятию «Донмет» и ребятам из Союза молодежи регионов возможность посетить сегодняшний матч. Несмотря на испортившуюся погоду, более 60 болельщиков побывали в Донецке на матче «Шахтера» и «Брюгге». И кто знает, может быть, именно благодаря их поддержке футболисты донецкого клуба так провели игру. На Донеччине в этом году было намолочено около 2 миллионов тонн зерна. Вклад аграриев Красноармейского района составил без малого 100 тысяч тонн, что позволило нашему региону занять 8-е место среди 17 районов области. И сегодня красноармейские хлеборобы по праву принимали поздравления за свой ратный труд. Главная сцена нашего города была отдана в распоряжение руководителей и тружеников сельхозпредприятий. Открывая торжественное собрание, глава районной государственной администрации Михаил Костюк поздравил присутствующих с завершением жатвы, коротко остановился на результатах аграрной реформы в районе, подчеркнул, что инвесторами предприятий района было вложено в сельхозпроизводство более 30 миллионов гривен. Поздравили хлеборобов с завершением жатвы городские головы Красноармейска, Димитрова и Селидова. Присутствие мэров на празднике – яркое подтверждение масштабности сельхозугодий Красноармейского района. Депутаты областного совета от Красноармейского района также засвидетельствовали свое уважение селянам, пожелав им тепла от солнца, хлеба от земли и уважения от людей. Хотелось бы в этот день горячо и сердечно поблагодарить всех тружеников района за вот тот труд, за вот тот трудовой вклад, который они вложили в производство зерна. Пожелать прежде всего всем крепкого здоровья, счастья, удачи, терпения и благополучия. В этот праздничный день руководители сельхозпредприятий, поздравляя друг друга, не забывали и о проблемах села, главное из которых устаревший машино-тракторный парк и критическая ситуация на агрорынке. Сложнейшие условия, они и были всегда сложными, но в этом году, но каждая жатва по-своему особенно. Нынешняя эта жатва, что все-таки мы
добивали, добили успешно свой комбайновый парк. И его нету по существу. И вовремя убрать, ну как вовремя, за месяц уже допустили, месяц этот уборки, но хотя бы за месяц убрать почти по области 2 миллиона тонн, это какой-то подвиг. Но праздник есть праздник, и он предполагает наличие подарков, которые и были вручены победителям соревнования по уборке урожая, в числе которых красноармейский филиал ЗАО «Агроресурс», директор Станислав Герасименко, сельскохозяйственное общество «Едни» Сергей Ильин и «Прогресс» Сергей Литовченко, агрофирма «Дружба» директор Иван Дробный. По завершении официальной части праздника урожая все его участники могли насладиться выступлением профессиональных артистов. Коллектив Красноармейского педагогического училища 1 сентября встретил в довольно приподнятом настроении. Тем более, что помимо начала учебного года радоваться есть чему. Дело в том, что педучилище чуть ли не единственное в Донецкой области укомплектовало полностью студенческие группы. При этом студенты будут учиться как на бюджетной, так и на контрактной основах. Мы в цьому році набрали на бюджетній основі 90 абітурієнтів, план виконали. Також ми прийняли дві групи за рахунок фізичних осіб, це на контрактній основі. Групу набрали на заочне навчання 30 чоловік і 30 на нову спеціальність. Це нова спеціальність, дуже така добра спеціальність буде. Вона вперше у нас. Це вчитель англійської мови в початкових класах. В цілому конкурс цим літом здесь був небольшой, полтора чоловіка на місце, но вступительні екзамени показали, що контингент поступивших по уровню знань не слабее прошлого года. В этом году в педучилище приступили к учебе порядка 500 студентов, а обучать їх буде 60 преподавателей, у которых, по крайней мере, в этом году уж точно будет много работы. Нагрузка викладачів хороший час за рахунок того, що ми ще набрали за счет за рахунок фізичних осіб, платники. Тому у нас в цьому році буде, я думаю, буде хорошо зарплатою викладачів, своєчасно. Ну, викладачі поки довольні. Красноармейское педагогическое училище всегда считалось сильной базой, где готовят грамотных знающих специалистов. Хочется верить, что и нынешние студенты будут хорошими учителями. День шахтеров в Красноармейске прошел, как и полагается, ярко и незабываемо. Всенародно любимый праздник отмечали широко и от всей души. В городском парке Юбилейном и на аллее шахтерской славы с раннего утра звучала музыка. Здесь с нетерпением и радушно ждали гостей, чтобы все вместе хорошо отдохнуть. На сцене блистали наши красноармейские таланты, и мы в очередной раз убедились, что нам есть кем гордиться, насколько у нас одаренные творческие личности. Работали аттракционы и различные сценические площадки. В полдень на аллее шахтерской славы начался второй региональный фестиваль шахтерской песни «Черное золото Донбасса». Звучали только новые композиции, которые мало кого могли оставить равнодушными. Авторские бардовские песни трогали душу. А благотворительный фонд «Надежда» отметил исполнителей и авторов специальными призами. Кульминацией праздника стал концерт на сценической площадке микрорайона «Лазурный». Приятно отметить, что поздравить горняков с праздником приехала абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Настоящий праздник украинского казачества подарили артисты конного театра «Запорожская сечь», которые представили церемонию принятия в казачество и продемонстрировали боевые искусства запорожских казаков, а также лихую езду на лошадях. Популярная украинская певица Марина Одольская покорила жителей города обаянием, сильным голосом и артистичностью, а балет А6 – грациозностью и пластикой. Завершился вечер грандиозным салютом. Словом, отдыхали хорошо.